Четыре венгерские оппозиционные партии организовали совместную демонстрацию в Будапеште. Они требовали отставки правительства после того, как президент страны и союзница Орбана была вынуждена покинуть свой пост на гребне скандала с помилованием осужденного по делу о педофилии. Некоторые демонстранты недовольны низкой активностью молодежи. Felemelő volt, egy nagyon szép közösségi érzés volt. Én itt vagyok inkább csalódott, hogy a fiatalok sehol nincsenek. Tehát ez elkeserítő egyszerűen. На прошлой неделе прошла более масштабная акция протеста. Президента Венгрии выбирает парламент. Дата голосования пока не назначена.